Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзагет» ответы на ваши вопросы. Наследуют ли Царство Божие младенцы, умершие некрещенными? Вопрос это таинственный. Мы знаем от Господа, что нельзя войти в Царство Небесное тому, кто не родится водой и духом. Это прямое указание на таинство крещения, которое для всех нас является входом в Церковь, и дверью небесное царствие. Но знаем мы и то, что во всяком народе, творящий волю Божью, угоден ему. А дети – существа невидные, дети – существа по сравнению со взрослыми святые. Во время своей земной жизни Господь с любовью обнимал не крещенных детей, а тех детей, которые были рядом по дорогам его странствий земных и, указывая на них, говорил, таковых есть царствие небесное. Так что детская невинность, детская чистота души, даже и у нас, детей, родившихся от земных родителей, не чуждых первородного греха, тем не менее является особым, под особым Господним учетом находящейся души. Поэтому безвременная смерть младенцев – хоть и, несомненно, трагические, печальные события для всякого земного размышления, но не для Господа, который знает, что уготавливает для невинных душ младенцев и какими судьбами уже заоблачными, какими обстоятельствами жизни загробной он тех, кто был лишен сладостей земных, однако сладостью небесной почтет. Вне церкви нет вечной жизни, но церковь имеет свою бытность не только в земном измерении, но и за ее пределами. Потому каким образом души невинных младенцев, не рожденных или уже рожденных, но не сподобившись принять святое крещение, будут Господом утешены, не нашего ума дело, но, несомненно, дело любви Божией, которой все возможно. Святитель Игнатий Бринчанинов говорил как-то уклончиво его размышления на этот счет, что души эти будут, несомненно, в блаженстве, но как бы слепенькие, то есть будут приобщены божественной благости, но с некоторой ограниченностью, которая не по их вине, однако в их жизни свершилось они призваны из небытия в бытие, но не увидели рождения в жизнь вечную через святое крещение, хотя мне как-то ближе мысль та, что Господь и море Его любви совершенно безгранично, и там, где даже наше человеческое душа и понятие о нравственности и любви и милости действует однозначно в оправдании и в всякую милость к невинным деткам, которые встречают смерть раньше каких-либо радостей земной жизни, несомненно, у Господа, который есть океан любви, найдется место и утешение и для них. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.